Рамсавр 160 акрил – высококачественный однокомпонентный герметик премиум класса, который отличается высокой эластичностью и малым временем отвердевания. Герметик Рамсавр 160 акрил применяется для устранения щелей и ниш в стабильных шовных соединениях и перекрытиях. Однако материал успешно можно использовать также для заполнения швов, регулярно испытывающих нагрузки растяжения, в частности соединительные швы, элементы дверной коробки, деревянных брусов, бревен. Состав незаменим для заделки стыковых областей между окнами и кирпичной кладкой, бетоном, а также штукатуркой или природным камнем. Широкое распространение герметик также нашел с целью герметизации дверных коробок, фасадов с открытым наполнителем, окон, готовых газобетонных конструкций с целью приклеивания полистирола. Преимущество Рамсавр 160 акрил состоит не только в универсальности, а в возможности использования для внутренних и фасадных работ. После нанесения слоя материала состав в течение часа образует плотную поверхностную пленку, которая приобретает окончательные герметизирующие характеристики в течение 1-2 недель. В результате обрабатываем поверхность, стык или ниша покрывается пластоэластичным материалом, не склонным к деформации и рыхлости. При необходимости средство Рамсавр 160 акрил позволяет нанести слой акриловой краски или лазури без растворителя. Произвольно изменяет цвет фасадной или внутренней поверхности. Нанесенный герметик поражает своей практичностью. При этом для обработки требуемой поверхности достаточно просто сухого шпателя и минимальных навыков. Материал великолепно наносится на любую поверхность. Средство Рамсавр 160 акрил позволяет сразу выбрать необходимый оттенок. Всегда в наличии 7 базовых цветов, а 28 других оттенков поставляются на заказ. На шов сечением 1 на 1 см, туба 600 мл на 6 метров погонного шва. Время образования пленки 10 минут, скорость отверждения 2 мм за 12 часов, 4 мм за неделю.